Но мне кажется, это какая-то иллюзия, что можно жить как хочешь. Вот. Потому что обычно у человека проблема у всех, что они не могут сказать, что они хотят. Ну, то есть они могут сказать так абстрактно, да, но у них нет желания прямо такого, которое бы было осознанно, вот хочу вот так вот. Ну, где-то есть на каких-то жизненных этапах. Я думаю, что у многих людей на каком-то жизненном этапе есть ощущение, вот хочу так-то, хочу того-то. Вот. Но в целом наш мозг как бы не заточен на такую целеустремленность, так сказать. Он для другого мира был создан эволюцией. Поэтому люди не знают толком, чего они хотят. И дальше вопрос, как сделать жизнь такой, чтобы, так сказать, большая часть твоих потребностей, интересов, каких-то внутренних нужд удовлетворялась. Вот. А какая-то, собственно говоря, часть ваша работала над тем, чтобы это удовлетворялось, это все происходило. Потому что просто так не будет происходить. Потому что за все нужно платить, понимаете? За отношения надо платить, за дружбу надо платить, я не знаю, за ребенка надо платить, за все надо платить, понимаете? Ну, как бы временем, силам, там, стараниями там, и так далее. Вот. Некоторые просто настолько начинают жертву себя изображать, что вот они как-то всем себя пожертвовали там, и так далее. И это, я думаю, такая тактика глупая. И что-то советовать, исходя из этого положения, что я, значит, всю жизнь положила, положил, понимаете, а вы тут, значит, сукины дети. Ну, читайте, чьи дети, там и разбирайтесь.